15 серии, когда Демир встретился с Июль, то был возмущен и стал спрашивать, зачем она вернулась. Девушка ответила, что все осталось незаконченным, и теперь она хочет все исправить. Июль не может поверить в то, что любимый мужчина не хочет ее принимать. Она твердит о том, что именно здесь ее место, они должны быть вместе, и сейчас героиня сериала точно поняла, как сильно любит его. Июль начинает просить прощения и говорит, как сожалеет о том, что произошло. Они должны оставить все в прошлом и начать жизнь с чистого листа. Когда Бурак узнал про прозвище Июль, то он с ней встретился и сообщил о том, что не позволит ей вновь сломать друга, как она это уже сделала. Помимо этого, мужчина заявил, что он не позволит сломать и тех, кто им сильно дорожит. Июль была удивлена такому заявлению и поняла, что у Демира уже кто-то есть. Она стала просить Бурака помочь ей вернуть любимого мужчину, но он отказался принимать в этом участие и посоветовал уехать из города, забыв обо всем. Сам же Демир оказался в сложном положении. Он должен будет встретиться с Селин и обо всем ей рассказать, ведь только таким образом у него получится навсегда избавиться от своего прошлого. 15 серия выйдет 27 сентября на канале Fox TV. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.